Лоныч, пожалуйста, у клан на зритель вообще замечательно, спасибо. Что-что-что? Замечательно все. Что где кто? Готовы? Да. Кусочек любая раса. Сейчас сек, погоди, ему скажу. ВТВ без опсов. Slot for Link is leave, please. Хихо. А, ну да, там же будет Вахти. Ну, учитывая то, что он нас слышит, опять-таки нам придется максимально шифроваться и РД ничего не говорить, и ему ничего не говорить. Сейчас надо подумать честным, вообще, да? Как играть в эту игру. Подумай, подумай, подумай. Делать? Подумай только про себя. Я не буду тебя сбивать с мыслями. Играй так, как обычно, наверное, да? Как, ну, здесь отыгранно. Очень-очень непонятно, как, ну, на этой карте играть. Решай сам. Здесь очень... Ой-ой, как непонятно это все. Ой, давай, удачи, удачи. Обоим удачи, кусочку тоже. Счастливо. Майкер, я боюсь. Стандартный мандраж перед игрой. Это дефолт. Да не, мандража-то никогда уже. Давным-давно нет. А вот что делать, непонятно. Будем надеяться, что он на ближних респаунах. Мы сразу сделаем разведочку. Видно, который в алтаре. Ты такой наивный. И будем надеяться, что он там. Парам-пам-пам. Парам-пам-пам. Что ты можешь сказать про эту карту? Про эту карту? На ней много черепах, поэтому она и названа так. Туртли Рок. Рыбинску привет. Да, Майкер, плиз, Рыбинску привет. Привет, Рыбинску. Same-same. Просят. Да, конечно, да, пожалуйста. Привет, Рыбинску. Большой привет, Рыбинску. Вопрос еще такой. Знаешь, что есть, да, Рыбинск, а есть Долгопрудный, да? Вот как они вместе друг друга соединены ли как-нибудь? Я на самом деле подумал, откуда название города такое. То есть связано оно как-то с особенностью сельского хозяйства там или с промыслами. Может быть, выросло из села какого-нибудь, как это часто бывает. Из какого? Из ручейного, да? Повысили. Вы у ручейной стали. Ох, встретились. Забыл я отправить, правда, через атаку. Но ничего страшного, бывает. Ой, что я вижу? Я это... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. То есть вот так вот, да? Как бы ближний респавн, а Майкер мне ничего не сказал. Ну, прости. Вот оно что, да, Майкер, вот мы как. Строим магазин в очень интересном месте, видишь, где я строю магазин? Да, в интимном месте, можно сказать. Это все делается для чего? Расскажешь мне? Я не знаю, это слишком хитро. Хитро. Да. Это все неспроста. Войска вступили в бой. Кажется, он немножко неправильно докрепился. Чутка. То есть кого-то добил все-таки бараком, судя по XP. Хотя это не так важно. Вечерний звон. Да, именно оттуда это и оно. Как много шум. Как много дум наводит он. Ой-ой. Выбежали. Конечно, да. Выбежали. Тут Гран такой, хоп, удар по спине, на-ка. На-ка. Ну-ка, на-ка. Напряженный момент, как вы сами видите. Поэтому... Ой, да, от себя, конечно. Ой, конечно же, ой. Блин, а черепаха не обнаглела, нет? Может, она еще пойдет базу по атаку? Да, там, в атаку. Да хватит, отстаньте от меня. Дьяволы. Дьяволы. Вечерний звон. Вечерний звон. Я просто не могу ничего больше другого говорить, поэтому
Как много дум наводит он. Почему, когда из Рязани в Москву, то понаехали, а из Москвы в Рязань, то делегация? Есть такой анекдот. И тут пришла застройка. 4 гранта, нет грейда у орка, как оказалось. Пришли рабочие, начинают драться. Точнее, не драться, а строиться. Бьют демона, 4 гранта там что-то делают. Демон подбегает, арчи пытаются отменить башню, отменяют. РД заказывает снова. Мунвелы пустые, ДХ зажали, ему нужно делать ТП. Он хайдится! Вот это маневр, вот это да, вот это дал. Много деревьев заказывает эльф наверху. Очень серьезно идет контроль. Вниз отвлекается, спиды врубает. Барак отменяет эльф. Арчу теряет. Ай-яй-яй, Диму бьют! Дима! На город напали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ёшеньки-ой-ой. Скоро застроится башня уже первая. Барак чинит, гранты работают. Ну что же такое происходит-то? Бьют арчу. Гранта отводим. Барак убили, он не отменил барак. Питлорд вышел вторым героем. Явно собирается заливать. И заливает, заливает башенки. Отменяет еще один барак внизу. Падает грант. Бьют Диму, Димы нет ТП. Димы нет ТП, Дима уходит. Питлорд продолжает заливать. Но рабочие были в башне, поэтому большинство из них здоровы. Второй левел получает БМ. Ой, аж мурашки по телу, блин. Я представляю себе эльфом, и как бы хреновая ситуация, простите. Но не все еще потеряно, конечно же. Питлорд уходит, ему, у него как раз маны нет на... Ой-ой-ой, встречается с Димой. Дима очень мало жизни, но он выпивает бутылек. Ох. Ох. Негде эльфу строиться. Эльф продолжает заливать башни, падают. Попадают под удар рабочие, но последняя мана у Питлорда, он останавливается. Рабочие все красные, прекрасные... Штампуются гранты, башенки стреляют. Питлорд отпивается, выпивает ману. Понимает, что нужно еще немного полить. И тогда рабочие падут. Он начинает лить, и двое рабочих падают. Но Питлорд получает крит на 92. Фокус с башнями. И падает от башен. Падает Мунвелл. Чертяга. ТТ. Ах. Да, такие вот пироги. Подлец. Ждал полтора часа, чтобы за 6 минут выиграть. Застройка дешевая. Дешевая застройка, действительно. От этого никуда не деться. Если следующий наш противник. Следующий будет либо. У меня есть плохие новости. Дарлин Абус, что такое? Короче, ситуация такая. В понедельник импас с женой улетают на 6 месяцев в Таиланд. Ты сегодня а должен сегодня ходить? У них отвальная вечеринка, ровно в 9. В 9? Да. Ну, неужели ты обломаешь? Я честно скажу, я последние очень много времени занимался тем, что хотел выцепить нейтрона как-нибудь, чтобы он пришел и сыграл. Я спросил пипса, может ли он пить, мне сказал нет. Но мне хочешь, не хочешь, а мне там надо присутствовать. Этих людей я не вижу 6 месяцев. Да, понимаю тебя. Ну, такие вот пироги. Блин, тогда нужно как-то, я не знаю, может быть... Ну ладно, там, тогда... На самом деле, еще минимум, ну я думаю, очень много времени, потому что Дарлин Кабус еще даже не сыграл со своим противником, и у него даже нет этого противника. Вот такие вот. Миша, извини, что так получается. Да ничего, здесь. Жалко, конечно. Просто сейчас нужно думать над тем, кто же дальше может принять эстафету. Спасибо тебе за 2 твои победы интересные. 3? Какие 3? А, Хуман еще же был. Ну, мы это считаем. Хорошо считаем. Да. Миш, сори вам всем, кто это слушал. Надеюсь, вот тут так вот складываются дела. Обещаю в следующий раз, если меня все-таки пригласят исправиться, досидеть с вами до конца. А на сегодня, пожалуй, от меня это все. Извините еще раз. Ничего.